В нашем дискорд-канале один человечек вчера мне дал наводку, которую я пошел проверять. Цена, конечно, оказалась меньше, но все равно неплохая. База предмета – большой кластерный урон с луками, 75 и 83 уровень. 8 пассивок. Я нашел 6 комбинаций, которые стоят от 5 диванов на момент записи видео. Хотя, если они будут стоить и по 3-4 дивана, все равно это прибыльный крафт. Потому что сейчас вы увидите, что средняя стоимость одного кластера – 2 дивана. Импорт для симулятора вы найдете на Boosty или Buy Me Coffee. И там же вы найдете и шаблон для крафта вот этот. Проверьте шаблон на совпадение с тем, что вы видите на экране, то есть чтобы у вас все галочки стояли и все настройки, чтобы такие же были. Сейчас на пару минут весь процесс крафта ускоренной записи, а затем результат. И еще, если вам что-то непонятно, что-то на видео надо более подробно разобрать, напишите об этом в комментариях, либо если уже кто-то это написал до вас, то лайкните этот комментарий, чтобы я знал, на что обратить внимание. Результаты. На превью, возможно, видели слово кликбейт с 30 диванами за час. На самом деле я сделал 35 диванов чистого профита. Правда, это все чуть быстрее, чем за пару часов, то есть довольно быстро. На этом все. Как обычно, подписки, лайки, комментарии, все такое. Смотрите другие видео и шорты. В одном из прошлых видео я анонсировал раздачу подписок в Дискорде, так что залетайте в Дискорд. Осталось там 4-5 дней розыгрыша. Всем подкруточки в крафте.